У всех любителей мототранспорта официальный сезон катания открылся еще весной, и сейчас летний период активно продолжается. Инспекторы Щелковского ГИБДД провели очередную проверку документов у владельцев мотоциклов. Заодно напоминаю водителям о правилах дорожного движения и о возможных последствиях в случае их несоблюдения. Предотвращение возможных аварий – главная цель моторейда. Сотрудники ГИБДД рассказывают байкерам о том, что мотоцикл должен быть исправен, а также человек, управляющий им, должен быть в мотошлеме. Эти же правила касаются и пассажиров. Наша задача – это, конечно же, профилактика нарушений правил дорожного движения, недопущение управления транспортными средствами в нетрезвом виде и, конечно же, безопасность детей. Профилактика происшествий на дорогах с участием байкеров проводится инспекторами ГИБДД на регулярной основе, начиная с мая и заканчивая октябрем месяцем. Важно не только удостовериться в том, что все документы у мотоциклистов в порядке, но и донести до любителей полихачить простую истину. Мотоцикл – очень опасное средство передвижения, ездить на нем нужно с максимальной осторожностью, соблюдая все необходимые правила. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.